Всем привет. Так, а что делать дальше? Я еду, маленький квест сделал. Доеду. Поручение, в смысле? Ну да, на своей маленькой машине. А я. Закрепить игру. А, закреплен. А что делать? Бля. У меня уже водитель уснул. Что делать? Придумай. Я даже машину. А сейчас мы поедем на, знаете куда? Пока нет. На. Бля, помогите мне, мне там нужно будет меня тащить, пиздец, на острове Драмонт, реально. Бля. Тебе еще на острове Драмонт надо мост, блядь, построить, чтобы ты проехал. Там нельзя построить мост. Хуёв ли нельзя, а как ты проедешь? Вот, по болоту, блядь. Вот. А можно мост... Возьмите свой кран, да нельзя. Да, блядь, квест смирно называется. А, ну да хули, идите, ищите строить. Сука, еще сидит, доказывает, что ничего нельзя, блядь. Ну а хули сидит, иди строить, как я доеду тогда, блядь? Кайфом, блядь. Вот бля, хуй поспоришь. Ай, блядь, сплошная игра, как похуй. Ай, хорошо, на дачу еду. Блядь. С кайфом. Так и мы пока не едем, да, ничего дальше делать? Федор еще не сделал. Мост делать сначала, чтобы я смог сделать. Он пока мост. Едет, мы можем приехать на остров Драмонт и этот привезти туда одну металлическую балку и один бетонный блоки. А, ну едьте с Владой тогда, а я пойду грузовик починю до конца. Okay. Просто ну, нахер третий нужен. Так, сейчас я тогда Влада... Думаю, Влада видос все смешное вставит, а я потом посмотрю. Обязательно. О, как, спасибо. Бля. Спасибо. Все мои ушли к тебе, я же говорю. Сейчас еще микрофон пиздатый будет, и все. О, бля, включить лампушки. Влада. Знаешь, куда поедем сейчас с тобой? Нет. Езжай на склад. Нет. Опа! На склад. Ехай на склад. Пойдем? Так, склад это который тут внизу карты в углу, да? Да, рядом с переходом на остров Драмонт. Угу. Вот погнали, езжай туда на склад, бери бетонные блоки. Хочу в пипу. Да мы поняли. Мы тоже. Едем на следующей неделе. Хоть не в попу. Ну там поди после пипы еще будет попа. Так. Ладно, не обещай заранее, что не можешь выполнить. А чё я-то? Я про тебя, я ничего не говорю. Моя попа закрыта навсегда. Это витая бездна. Не говори, никогда не... А как ты срёшь? Там только выход работает. Так значит открыто. Не может быть, блядь, закрытый, только выход работает. Чё тебе за полусоры такие, блядь? Внутрь нельзя, наружу можно. Клапан, ебать. Ну так не закрыто все равно, блядь. Можно, если что, придумать что-нибудь? Блядь, ну вот это надо придумывать. Ты как будто для себя там выбиваешь. Я уже все убегу. Ты как будто там это для себя такое. Ну... Для тебя клапан я могу освободить, конечно. А, ну все-таки можешь, значит. Ну только для тебя. У кого особый пропуск? Ну то есть, значит, вход можно договориться. Но это нужно очень много договариваться. А ты говоришь, закрыто навсегда, блядь. Всегда можно закрыто перетереть. Закрыто всегда. Да пиздимся, если что, я понял. Вот тебе и закрыто. Все, ладно. Громкие выражения. Для Коли тоже закрыто. А срать ты как? Все в себя не удержишь, блядь. Знаешь, что такое клапан? Он внутрь не пускает, наружу выпускает. А вот смотри, такая ситуация. Собачка носик из норки показала, но ты типа не должен ее упускать, и она обратно уходит. То есть получается, она выходит или все-таки заходит? Ну клапан-то наружу высыпается, блядь. Он обратно и затолчивает, если что, затолкнет. А если вдруг что-то зацепится за носик? Влада. Ну, блядь, грязь. Что ты сделаешь? Влада. Я тебя слушаю. Ты что на месте стоишь, блядь? Я уже поехал, грузовик поменял. Пиздец. Господи, клапан. Не плакай, все хорошо. Ебать,
тут хуярить, пиздец. Федор как-нибудь доделает свое задание? Довели меня до слез, ироды. Доделай, я просто пиздец. Господи, там сейчас что-то квакало у Федора. Это среда, мои чуваки. А как тут никак? Я вам отвечаю, ну никак, ну это просто пиздец. Она говорит, микрофон новый. Тоже клапан закрыт. Ах, ты что-то мой новый микрофон доебался. Нравится мне мой микрофон, блядь. Да чё ты? Да я не доебался. Просто ты говорил, что у тебя были проблемы, что он типа запирается, когда ты громко берёшь. Кто запирается? Всё равно диапазон больше. Конечно, он будет запираться, но диапазон больше. Тогда он запирался раньше. Вы там все еще про клапаны. Ну диапазон большой. Хуй запрёшь. Бля, хотя вот здесь можно проехать. Вот ты не проедешь, вот. Нельзя, но можно. Развернись маленько, ехай направо. Да подожди, можно вот по вот этой дорожке проехать. Через станцию лесозаготовки, вот тут тебе мост раз, мост два, через заправку заправишься и езжай дальше, блядь, всё. Какая заправка? А, заправка, да. Ой, блядь. Ой, блядь, чё, блядь, нахуй? Ну чё, всё. Ладно, я запомнил, ой, блядь, я припомню тебе это. Слышишь, блядь? Короче, блядь, сейчас я тебе мост сделаю, и ты меня простишь, понял? Ладно. Ладно, я еду мост уже делать. Ну я хуй знает, где ты едешь, я уже обогнал тебя. Да, а чё мне едешь? Блядь, да ну не туда! Сенпай, в пипу! Не надо в пипу! Опа, Оля, чувствую, твои эти скрытные желания доведут до подхода. Нет. Доведут до Лимбискит, так сказать. А ты уже узнал, что такое Лимбискит, да? Нет, ну я догадался сразу. Возможно. I wanna be your backdoor man. Я перевернулся. Мне это, мне так туда ехать, да, Женёк? А? Мне туда так и ехать, что это самое. А, сейчас, секунду, да, я кое-что проверю. Давай. Блять, хули автономной лебёдки нету нихуя? На грузовиках нема. А-а-а, только на джипиках? Да. Сука. Слишком просто было бы, нахуй. Ну да, вероятно. А чё, вышел, блядь, поставил бы автономную, и всё. Чё? Я не знаю, чё. Нереалистично, фу. Короче, возьми, Влада, знаешь чё? Я чуть не блеванул. Две упаковки металлических балок и езжай на буровую установку. Это где? Туда, куда я еду, там взять? А ты куда едешь? Ну, кстати, ты куда-то едешь? А там, да, там тоже можно взять. А поближе где-нибудь там есть? Ну посмотри. Нет, наверное, нет. Или подожди. Или подожди. Посмотрите, пожалуйста, за меня. Знаешь, где есть? Слушаешь? Внимательно слушаешь? Да, да, да. В самом углу карты есть ремонтная зона. Ремонт грузовиков, которые? Или нет? Ремонтная зона. А, вон в том углу. Ремонтная зона. Там стоит низкорамный прицеп с рампой. Там как раз два упаковки металлических балок лежит. Тебе надо это взять и привезти на буровую установку. Понятно? Низкорамный прицеп, что взять? Бля, где заправка? Ага, далеко. Я не доеду до заправки, кстати. Низкорамный прицеп с рампой стоит на ремонтной зоне. Цепляешь его и едешь на буровую площадку. Understand, ёпта. Всё, да, есть босс. У Влады сейчас такой мозговой штурм был. Мозговой. Не, я всё поняла. А я еду Феде делать мост. Доигрался, вот теперь тебе мост еду делать. В зубах, надеюсь. Не факт. Надейся. Не факт. Скоро без зубов останусь, кстати, совсем. Коля! А ты где? Да я, блядь, перевернулся, нахуй, еду по новой. А ты куда едешь? Грузовик починить. Миша, все хуйня, давай по новой. Починишь грузовик, это самое. Короче, сейчас чуть-чуть заранее сделаем, убираем хлам. Просто привезем все туда, а потом сдадим все разом.
Понимаете, о чем я? Да, да, you know. Вот Влада сейчас металлические балки повезет, а ты возьми буровую установку. Хуя себе, ладно. Да, я там... Там надо этот, блядь, полуприцеп, и я не помню какой, то ли тяжелый, то ли просто полуприцеп. Полурак, полухуй какой-то. Ставил свои 5 копеек, блядь, полурак, полухуй. Я сейчас сделаю, это что тут делаю. Это когда в доту играешь? Да. Что уточню, что надо там. Окей. Это типичный дотер, полурак, полухуй. Это как обидно, где я вернулся. У меня, если что, полухуй. Да? Да ладно, тебя правда оправдывался. Ну, мы поверим. Что? Ну, в смысле, ладно. Хотя полухуй сходится все. Вот почему ты любишь маленькие машинки, на самом деле любишь большие американские мощные внедорожники. Нет, ну вообще так, если чисто технически, простите, пожалуйста, меня за такие дела, но клитор технически тоже полухуй. Вот, кстати, может быть. Так у Федора. Я думал, сейчас ты что-то про тачки скажешь, чисто технически. Я думал, про тачки что-то будет. Американские тачки, на самом деле, заебись. Да-да-да. 5 литров. Нет, я знаю, что Женя хочет себе большую американскую тачку, но я также знаю, что у него огромный хуй. Вопрос. Не... Возникли сами собой. А кто тебе сказал? Подожди. И он никуда, никто не сказал, сам посмотрел. Нет, я догадываюсь просто, кто мог, но я не уверен. Причем самое смешное, не сказал, что я ли ты это взял, он сказал, кто тебе сказал, то есть он не отрицает. Ну, когда вы там с Дашей в цеху переодеваетесь, вот она и сказала. У вас что там, блядь, общие переодевалки? Нет, у нас просто там... исключительно мужской коллектив, а на женщин никто не рассчитывал, они бывают, появляются. Женщина. На свет. А у нее тоже большой хуй? Даша? Не знаю. Не знаю, насколько большой. Я только кончик в районе колен видел. Бля. Тот самый полухуй, блядь. Бля, пиздец. До колен. Упаси вас год. Год? Год. Голст, ивент. Не пей тебе точек для крепления лебедки, блядь, да пошли вы нахуй! Упал. Упал? Я упал. Вовремя зашла на стрим, нихуя себе, да! Она говорит тут. Даш, мы разговаривали про полухуй. Про твой большой член. Ты все слышала или добавить? Я еще думаю, блядь, если она стримит, это вдвойне угарно. Я прям в очень затруднительном положении. Началось с того, я тоже сейчас. Нужно как-то оправдываться теперь. Бля, да нет, чего оправдываться? Федя просто рассказал, что ты видела мой хуй, и он большой, и ты ему об этом сказал, а видела ты все в раздевалке. Да она это слышала, говорит. Да? Я так понял. Все. Ты это тоже слышала? С самого начала историю знаешь? А я сказал, что у тебя больше. Но, значит, не сказал, а намекнул. Аккуратно. Не, ну просто во весь... Бля, как сказать? Во весь стрим? Но если у тебя будет до колена, то это все еще не значит, что это много. Рост маленький. Ну, типа, вот как-то в эту сторону надо было пошутить. Да с радиалки услышал. Охуеть. А я на камушек сел. Блядь. Ебать, это тайминги 2023 Twitch. Топ тайминги. А клипы кто-нибудь делает? Бля, а чё ты клипы не сделала, кстати? Кто? Про хуи разговоры. Даша могла клипы нахуярить. Да. Надо бы. Я только хотел сказать, жаль, Даши на стриме нет. Или я так сказал, или я не говорил. А мама не успел. Мы не слышали. Бля, я хотел, да, видимо, и увидел твое сообщение. И чё резко про хуи перестали разговаривать? Даша зашла, всё? А чё ты ещё хочешь?
стесняюсь. А, ну, в принципе, ладно. Я как бы не знаю, что. Я все сказал, что хотелось. Тебе есть что добавить, или ты хочешь еще какой-нибудь разговор начать? Я, в принципе, не против. Добавить? Я ушла тогда, не стесняйтесь. Да никто не стесняется, релакс. Че, ты взяла, что тебе там надо на Wildberries? Большой резиновый хуй. Еще один? Коллектив. В смысле? Не знаю. У нас на работе есть, кстати. Да? Где? А ты не, я тебе не показывал в офисе? А где ты его прячешь там, блядь? Это там огромный стеклянный такой. А он чей? Ну, Лёше подарил кто-то вроде, насколько я знаю. Если у вас ну, типа, на там алкоголь был какой-то. Да-да-да. Я, короче, сфоткаю и покажу. Хорошо. Он такой неприличный. Насколько неприличный? Венистый такой, с большой залупкой? Прям пиздец, еще хуже. Разукрашенный весь. Как, ну, какие цвета? Так, ну мы ждем фоток. Обязательно. Обязательно. Без я фото, не попрошу сфоткать, пока а я на сейчас... работе у отца. Почему ее? Она знает, где он лежит? Да, только она и знает. А типа она тебе показывала, да? Да. Понятно. А ты не сфоткал. Он сразу да такой я. Ой, женёчек, ебан бабан. Как это... я вообще до сих пор не упал? Да ты его не пизди лучше, блядь. Погоди пиздить, я покажу тебя пиздить. Ой, бля, ну а вообще мне нужен мост, если я уже здесь поехал? А, я еще даже не здесь. Там мост тебе нужен на последнем этим. А я могу правее поехать. А ты там не спустишься, по-моему. Там ответственный склон вообще. Пиздарики. Ответственный. Да я уже приехал почти. Все, и мост будет готов? Мост будет готов. Даже, наверное, раньше, чем ты до него доедешь. Есть такая вероятность. Сто пудов. Походу, стопудово никогда так не говорите, но я всегда так говорю, потому что прикольно. Стопудово? Походу, стопудово. Ну, типа, должно быть либо точно, либо, наверное. А не может быть одновременно. Нет, Федь, я тебя наебал, ты пораньше туда приедешь. Ага, и моста не будет, да? Ну, я типа, уже здесь, просто пару минут подождать тебе придется. Ты, короче... Ага, ты где-то объебался, получается. Я не объебался, я просто только на карту эту заехал. А, ну ладно. Но я все везу. Тебе надо это, где-нибудь держись правее дороги. На обочину куда-нибудь прям съесть, потому что я с прицепом, и там надо будет повертеться маленько. Повертеться? В жизни вертеться, а крутиться надо. Бля, с чего все началось вообще? Вот не было бы так весело, если бы я даже не подошел бы к Владе на концерте. А ты что, на меня из тюрьмы подписан, а? И вообще все. Спалил меня? Нет, ты спросил что-то про музыку. А, я говорил, ну это я так, про Стоунера. Спросил. Ты охуела, что кто-то подошел, я помню. Да, я такая, что со мной кто-то разговаривает, господи, как страшно. Ну я, конечно, страшный, блядь. Да подошел какой-то ты... монстр, блядь, нет. Жирный. Мы в смысле этого... не я, а кто? Чё кто? Что до этого? До этого сколько здоровались? А, ну здороваться не страшно. Страшно не здороваться. Как страшно? Я такая подхожу, такая думаю, сейчас поздоровается, а вдруг я сейчас поздороваюсь, а он не поздоровается. Вот стрёмно будет. Я поэтому мимо всегда проходил, такая вот, если скажет привет, я тоже поздороваюсь. Я говорил привет? Ну да. Да причем с Коляном ты не здоровался, а сам здоровался. А я Коляна вообще не запоминал. И мы такие уходили, такая ха-ха, он с тобой опять не поздоровался. Коляна меня ненавидел, наверное. Коляна ты? Ты меня ненавидел? Колян меня ненавидел, наверное. Ненавидел, вот не здоровался, понятно. Ладно, Колян меня не помнил, наверное, просто. В смысле, блядь? Не помнил. У тебя слишком яркая внешность, чтобы тебя не помнить. Куда лечу? А вот Женька не запомнили, Женек со мной тоже на концерт ходил. В смысле? А. Не, ну тебя-то я видел, то там, то сам. Женька-то я не видел. Ты на меня в инсте подписан, а он нет.
поэтому я и запомнила. А, так ты на меня впервые в листе подписалась. Неправда. Нет? Я, нет. Да? Да. А, я видела, как ты на Twitch подписалась. А, на Twitch, да, я подписалась. А на Инсту ты подписалась. Блядь! Ура! Ну, круто! Бабло. Раз. У меня дерево бодает. Да не трогай, отстанет мне. И вот как бы я выпрыгнул бы до этого, вот без этого бы моста? Ну, а ты что, дорогу-то не смотрел, куда тебе надо? Смотрел, я говорю, здесь нет дороги. Так, и мне надо... Вот этот прицеп надо... А-а-а. Мне нужно с собой взять прицеп с металлическими... Да. А я его прицеплю к себе? Прицепишь. Точно? Абсолютно. А то вдруг сейчас у меня там этот крепление какое-нибудь... Будь еще. Рядом, дорогой мой друг. Мы должны пройти этот путь вместе. Ты как-то... Ну ладно. Мы это путь в Мордор. А, окей. Кто? Да. Я Фродо, ты Сэм. Я Фродо задаю тебе вопрос. Ой, это очень... А так можно ничего что говорить вообще? По-гейски? Да, это очень гейский дуэт. Про Фродо и Сэм. Ну, зато ты самый-самый верный человек вообще на свете, хоббит. Ну, блин. А я немного туплю. Судя по фильму. И зазнаюсь иногда. Сегодня не зато у меня есть кольцо. Да-да, я просто хотел спросить. Дядька твой кольцо закрысил, блядь. Зато, знаешь, какое наследство оставил? Пиздануться, блядь. Бля, все как в жизни, я ебал. А ты женился на какой-то жирухе? Ну вот. Ну я бы не сказал, что она жируха тоже, блядь, начинаешь-то. Вот, ну, да, он тоже вот на его стандарты нехуй вообще полагаться. Она... Понятно, кто любит жирух. Да, блядь, она не жируха, она такая, типа, деревенская, кровь с молоком это называется. Ну, вот. Крепкая. Да я имею вообще... право говорить слово жирный, крепкая, потому что крепкая, я был жирным. Да. Ой, вот вы все качки ебаные так и говорите, блядь. Что вот я был жирный, блядь, туда-сюда, а теперь я атлет, ну видите, но я где? Был жирный, поэтому я имею качок? Право. Качок, скажи, покажи мне, блядь. Тогда мы я все тут просто... имеем право так говорить. Сейчас я беременный гвоздь. Фёдор, ответь на вопрос. А Майкл Джексон мог говорить слово на букву Н? Вилку в глаз. Вопрос. Опа. Ура, Фёдор сдал. Скорее, кто там от бутылки? Будьте здоровы за эту хуйню. Убираем хлам, берите скорее эту хуйню. Всем пока.